Давайте начнем, конечно же, с сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию, после чего он отправится потом во Францию. Такое турне, которое редко можно увидеть во время большого полномасштабного наступления Российской Федерации в Украину. Так вот, президент Зеленский сегодня во время выступления в парламенте Великобритании сказал, что Россия проигрывает в войне, и это изменит мир. Начнем с такого философского вопроса. Как, по-вашему, победа Украины в этой войне, при поддержке наших всех партнеров, конечно же, может поменять этот мир? Ну, я думаю, что перемены мира будут такими тактическими. Вряд ли природа человеческая поменяется, и система взглядов поменяется, но... Мне кажется, Зеленский прав вот в чем. Исторический опыт говорит, что пространство Европы за последние несколько столетий систематически расширялось в направлении на восток. Ну, например, греки считали скифами все, что там севернее Крыма. Голландские картографы проводили границу между Европой и Азией до града Москва. После Ивана Грозного ее стали рисовать по Волге, когда он присоединил к Москве Казанское ханство. А уже после Петра провели эту границу по Уралу. Ну, с тех пор менялась тоже ситуация. Кстати говоря, южнее Урала границу вели по Яйку, а теперь уже ее ведут по Эмбе, так что северная часть Казахстана считается Европой. Ну, уже во время моей жизни на Кавказе границу сместили с Кума-Манычской впадине, так что считалось Орджоникидзе, ныне Владикавказ, азиатским городом, на главный Кавказский хребет, а я думаю, через 10 лет уже и Грузия, и Армения, и Азербайджан уже будут, то есть за Кавказе, с точки зрения России, уже станут европейским пространством. Так вот, перед каждым расширением Европы наблюдался всплеск агрессии, ну или почти перед каждым, со стороны Востока. Мне кажется, это вот такая глобальная тенденция. Путин, наследник таких, в общем, скажем так, ордынских, экспансионистских, мало направленных на интенсификацию улучшения собственного пространства и в большей мере на захват чужих территорий духа, вот он это проиграет, я нисколько в этом не сомневаюсь. Просто вопрос, как дорого за это заплатят украинский народ и российский народ. Но проигрыш неизбежен. И после этого, если говорить про то, как изменится мир, значительная часть России не только так вот виртуально, но и по существу перейдет в какое-то новое качество. Но, во всяком случае, понятно, что Москва, Петербург – крупнейшие города, которые, в общем, и сейчас сопротивляются путинской агрессии и всегда показывают меньшую поддержку Владимира Путина, они уже ментально находятся в европейском пространстве. А Путин воюет за счет эксплуатации глубинки российской, периферии российской, вот того, что они называют глубинным народом, у которого еще сохранились вот те советские, сталинские какие-то картинки мира. Вот эта картинка и рухнет. Соответственно, я думаю, что в геополитическом плане произойдет довольно существенная переконфигурация. Возможно, распадение России на какие-то куски. Дай бог, если мирное, но вполне вероятно, что сопровождающееся конфликтом между этими кусками и так далее. Но в любом случае цивилизационное движение, основанная на интенсивной эксплуатации собственного пространства, в большей мере, чем экспансию в чужие территории, это просто другой взгляд на мир. Вот это в Европе усилится и, видимо, ускорится. Я думаю, что Путин – это такой прощальный протуберанец затухающего в Евразии, или, как европейские геополитики говорили, в Хартленде, вот такого ядерного реактора экспансии. Вы хотели философский вопрос, я вам философский ответ дал. В таком случае продолжим в этом же духе, потому что президент Зеленский также сказал, что как только старое зло побеждено,
новая пытается поднять голову. Какое зло может прийти на смену Путину? И может ли этим злом быть действительно распад Российской Федерации на несколько стран? Потому что действительно этот вариант, этот сценарий обсуждаем достаточно давно, и многие эксперты говорят о том, что действительно Западу не выгодно то, чтобы Россия сейчас распадалась, потому что распад России – это невозможность контролировать ситуацию. Ну, смотрите, во-первых, вопреки тому, что нам рассказывают сказочники по телевизору, тот самый Запад совершенно не хотел распада Советского Союза. Я многократно общался с довольно высокопоставленными американскими и европейскими чиновниками. Они совершенно не хотели захватывать или раскалывать вот это вот самое пространство. Для них это был кошмарный сон, потому что иметь на месте одного, может быть, неприятного, но предсказуемого и более или менее рационального соседа четыре страны с ядерным оружием, им совершенно никаким боком не улыбалось. И все усилия Запада были, при поддержке Ельцина в частности, заключались в том, чтобы вытащить из четырех стран на месте бывшего Советского Союза ядерное оружие. Казахстан, Россия, Украина, Белоруссия. Ну, представляете сейчас, если бы у батьки Лукашенко было ядерное оружие? Картинка была другая. Значит, и сейчас, конечно, они понимают, что, во-первых, им в кошмарном сне, опять же, не приснится оккупация России. Вот после замечательного афганского опыта, зачем им нужны эти 17 миллионов квадратных километров, населенные заведомо недружественными людьми, пропитанными вот в течение поколений такой искренней, глубокой неприязнью к Западу. Зачем им нужно это завоевывать, если все эти самые замечательные, многократно описанные природные богатства типа газа и нефти местные население, аборигены с удовольствием добудут, представят на международный рынок за вот те самые многократно проклятые нашими пропагандистами бумажки зеленого цвета, которые называются долларами, и которым, опять же, наши пропагандисты приписывают скорую смерть. Поэтому Запад, опасаясь экспансии Путина, России путинской, понимает, что Украина защищает его. Вот его, Запад, сейчас. Украина – это, ну, скажем так, авангард битвы Европы и вот остаточной Азии, которая в советской мифологии была вбита в миллионы наших голов, в том числе и в голову Путина и Патрушева. Патрушев же не зря говорил Бернсу, что мы вернулись. Они, значит, рассматривали вот эту самую перестройку как отступление. А сейчас они вернулись. Это вот они, силовики, чекисты, люди, которые воспринимают себя хозяевами мира, потому что они самые сильные, самые могучие. И это очень нравится там трем четвертям моих соотечественников. Ну, пока они не получили как следует по лицевому отсеку. Это будет, наверное, еще довольно долго продолжаться. Но так или иначе, ну да, распад России, наверное, мог бы обрадовать тех людей, которым просто искренне не нравится все русское, что, я думаю, нормально, потому что раз есть русские, значит, они должны кому-то не нравиться, естественно. Но это будет опасно для той же самой Европы, да и Украины тоже, потому что если ядерное оружие, например, достанется господину Кадырову, ну, промоделируйте эту ситуацию у себя в голове. Так что я думаю, и, кстати говоря, мне кажется, что украинское руководство это хорошо понимает, что победой Украины будет выдворение российских войск до международно признанных границ Украины образца 91-го года.